Сахалинцы жалуются на некачественную работу общественных автобусов. Они либо не курсируют, либо их приходится ждать слишком долго. На часах еще нет 8. За полчаса, что мы здесь находимся, мимо нас прошли только 3 маршрутки. Проспект Мира, остановка Пограничная, одна из самых востребованных в областном центре. Здесь много жилых домов, рядом школа и детские сады, да и в целом транспортная развязка. Утром и вечером битком забиты ключевые автобусы номер 3, 71 и 10. Пассажиры еле помещаются в салоне. Общественный негатив усиливается, впереди заморозки, а маршрутки в часы пик ходят незавидной периодичностью. Довольно долго ехать, особенно потому что пробки, все едут обратно в город и долго ждать. Они ходят, будем говорить, плохо ходит. Вот я стою уже, вот жду, там, и еще неизвестно, подойдет он или не подойдет. Табло иногда неправильно показывает. В администрации города обещают решить проблему общественного транспорта. Как раз сейчас Южно-Сахалинск проводит масштабную реформу системы. Главная задача – освободить пассажиров от пробок и долгого ожидания. По распоряжению ввели валидаторы. Приборы для бесконтактной оплаты проезда после перешли к следующей мере. Закупили 6 новых газомоторных автобусов. Преимущество в том, что экономия на топливе составляет достаточно, наверное, половину стоимости от стоимости топлива. Вместимость салона – 27 сидящих и 76 стоячих мест. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выдвижной пандус, имеется кнопка вызова водителя. Экотехника выйдет на линию по 222-му маршруту до конца ноября. Это межмуниципальный рейс, который связывает Южно-Сахалинск и Анифское село Троицкое. Впрочем, и горожанам он пригодится, дублирует маршрут номер 16, только без заезда в психиатрическую больницу. Автобус отправляется от остановок на улице Матросова в Троицком, Земляничные холмы, а следует по проспектам Мира и Коммунистическому. Улицы Ленина, Сахалинской и Лермонтова, а затем сельским, Центральной и Невельской. Кристина Ким, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ.